Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Владимира Богомолова «Момент истины» или «В августе 44-го». Эта книга была бестселлером в советское время, который прочитали, наверное, абсолютно все. Написана она была в 73-м году, сейчас она менее известна. Это приключенческий военный детектив, больше подходящий, конечно, для юношества, для отрочества, но и в зрелые годы его читать еще очень полезно. В поисках положительного героя я обратился к этой книге после сборника рассказов Захара Прилепина «Грех», где попытка вывести положительного героя мне показалась неудовлетворительной. В этой книге мы видим сразу трех положительных героев, настоящие образы, мужественные, альтруистичные, жертвующие собой, прекрасные образы смершевцев, контрразведчиков военных, Алехина, Таманцева и Блинова, которые стали во многом нарицательными именами потом. Все-таки в этой книге, как бы она ни была прекрасна своей увлекательностью, своим захватывающим и развертывающимся сюжетом, своими яркими образами, есть, конечно, некая натяжка, потому что герои не могут быть так идеальны, нельзя так героизировать людей, это понятно. И многие документы, которые вошли в эту книгу, конечно, возможно, я не проверял, не могу сказать, но, на мой взгляд, все-таки они не выдерживают критики. Это все-таки не документальное исследование, это именно художественное произведение. И подростку, и юноша, который будет читать этот роман, может быть восторженно. Важно вовремя осадить и показать, что это именно книга художественная. Но все-таки надо признать, что и противоположная позиция того же Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ», который очернял смершевцев, представлял их некими параноидальными борцами с врагами народа, якобы все их жертвы были именно жертвами, невинными жертвами, шпионов они не ловили, боролись против своих же людей. Конечно, эта позиция тоже не выдерживает никакой критики. Все-таки было что-то... Была какая-то золотая середина, была борьба и с врагами народа, с невинными жертвами, так сказать, были невинные жертвы СМЕРШа, но все-таки и была борьба с настоящими шпионами. В этой книге шпион Мищенко подан неким монструозным, чуть ли не каннибалом. Конечно, это тоже некое такое преувеличение для приключенческой книги, но все-таки шпионы были очень подготовленными, очень хитрыми. Действовали они очень проработанно, им готовили, как говорится в этой книге, шпион отличается от остальных преступников тем, что за ним стоит целое государство, которое его готовит. И шпионы эти были, нельзя этого отрицать, и борьба с ними профессиональными, высокопрофессиональными методами показана в этой книге. Сам Богомолов работал в контрразведке, поэтому он эти все приемы знает, и в этой книге мы видим эту целую россыпь приемов, некую аналитику, демонстрацию приемов военной контрразведки, что было, в общем, для литературы тех лет и для сегодняшнего большой редкостью. Эта книга нужна, и нужно прочитать вовремя, быть может, в отрочестве, в юношестве, потому что она издана, как вы видите, детской литературой, серией «Библиотека приключений научной фантастики». Но все-таки, на мой взгляд, ее переиздание сейчас тоже необходимо, потому что мы должны понимать, что надо равняться на... кого бы то ни было. Надо равняться прежде всего на профессионалов своего дела, на мужчин, настоящих мужчин, на героев. Конечно, на мой взгляд, повести того же Василия Быкова или роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» или другие замечательные произведения о Великой Отечественной войне все-таки дают нам более глубокое, более экстенциально проработанное панораму настоящих героев. Все-таки это, читать книги того же Бондарева или Василия Быкова все-таки более необходимо, чем эту книгу. Но все-таки, чтобы заинтересовать юношу или подростка этой тематикой, необходимо дать ему эту книгу тоже. Я надеюсь, что вы ее прочитаете, если еще не читали. И хочу вам сказать, что я не жалею ни в коем случае, что прочитал ее. Жалею только, что очень поздно. Но и сейчас я могу сказать, что замечательное повествование, замечательные персонажи, прекрасно развертываемое повествование, яркие характеры,
Невероятно интересная аналитика, демонстрация всех методов работы контрразведки военной. Была мне очень интересна. Я рад, что прочитал эту книгу. Надеюсь, прочитать ее и вы. До свидания.